Привет всем, это Древняя Генжа, и я Павел. Сразу переходим к новостям, друзья. Ереван должен заплатить Баку миллиарды. Такое вот название новостной статьи, цитирую полностью. По мнению известного российского военного эксперта, выплаты по нанесенному ущербу должны составить около 100 миллиардов долларов, учитывая, что в Карабахе было уничтожено практически все. Вопрос выплаты Азербайджану компенсации за ущерб от армянской оккупации абсолютно правомерен и должен быть выдвинут для обсуждения. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Друзья, я однозначно соглашусь с тем, что Армения должна будет выплатить Азербайджану компенсацию за нанесенный за все те годы оккупации Карабаха ущерб. Эти вопросы нужно поднимать, но их нужно поднимать не сейчас. Первостепенной задачей должен быть полный вывод армянских вояк из Карабаха. Также должно быть подписано мирное соглашение, и уж потом можно ставить вопрос про репарации. Я думаю, что Россия замыливает Азербайджану глаза, стараясь поменять приоритеты. Им не нравится, что Баку оказывает давление на миротворцев, и таким способом они хотят перевести дискуссию в другую плоскость. Ведь пока мы обсуждаем ущерб, нанесенный Азербайджану, армяне договариваются о продлении срока пребывания миротворцев в Карабахе. В Ереване считают, что вопрос продления срока нахождения российских миротворцев находится в исключительной компетенции Армении и России. Именно такую иллюзию пытаются создать армянские официальные лица, периодически поднимая эту тему без каких-то поводов. Друзья, нужно постоянно давить на Россию и Армению, пока трехсторонние соглашения не будут выполнены. Россияне должны выйти из Карабаха и забрать с собой всех сепаратистов. И восклицательный знак.